Что? Папаш. Не робей. Никита Шуров. По кличке Турка. Зашился по-мокрому. Налево плыву. И то, извини, не нервничаю. Я не о смерти. Бывает, очевидно, что-то хуже. Бывает, конечно. У меня никого нет. Совершенно. Сын убит еще на войне. Жена умерла, и никто не знает, что я здесь. Я умер уже для всех. В квартиру ехали чужие, как будто меня уже нет. А там все. Документы, даже нет. Письма жены. Они рылись в них, читали, никому не понятно. Ну, а потом все выкинули, конечно. Ведро с мусором. А это для меня все, что осталось. Оно самое. Это с образованными всегда бывает. Из-за какой-нибудь там душевные чепухи. Вот на днях компаньон мой приметил себе какую-то кошечку серебряную. Так, наперсток ростом. И цена, извините, полтинник без рубля, ну и сунь ее в карман. А хозяйка, знаменитая артистка Тамара, вы слыхали? Хорошая артистка. Пока мы мешки набивали, все на диване усмешки делала. А тут как вскочит, виноват, как бешеная сука, и компаньону ногтями врыла. Убей, говорит, а кошечку не отдам. Дочка мертвенькая с ей игралась. Но душа же у нас не вредна. Дали ей эту кошечку. Так она нас до двери проводила и еще спасибо сказала. А вы, извиняюсь, по какому делу? Закон-то. Не знаю. Определить мое поведение как контрреволюция довольно затруднительно. Я ничего не делал. Впрочем, знаете, камень, который лежит посреди улиц, тоже думает о себе, что он безвреден. А люди видят в нем помеху движению.